Украине. You know, I love Russia. Знаете, я очень люблю Россию. I love you all. Я вас всех люблю. And I hope you all love Russia. Я надеюсь, что вы тоже любите Россию. And I hope you love the Russian people. Я верю, что любите русских тоже. And you want them all to believe in Jesus. И вы хотите, чтобы они все уверовали в Иисуса. And follow Jesus. И следовали за Иисусом. Who can do it? Кто может это делать? You can do it. Ты можешь это делать. You can change this country. Изменить эту страну. You can change this country. Вы можете изменить эту страну. Tell your friend next to you. You can change this country. Скажи своему соседу, ты можешь изменить эту страну. Скажи соседу, ты можешь изменить эту страну. Аллилуйя. Yes, amen. Аллилуйя. I love your country. Я очень люблю вашу страну. I wanted to pay to come here. Я готов заплатить цену. To fly a long way to come here. Я действительно мы летели долгим путем, чтобы сюда к вам приехать. I hope you love your country as much as I love. Я очень надеюсь, что вы любите вашу страну так, как я ее люблю. Аллилуйя. Аллилуйя. Now this afternoon I have started to talk about the love of God, but I will talk about it a little bit here. Я начал сегодня говорить о любви Божьей. Я думаю, что здесь я буду еще затрону этот вопрос или тему. It's very important to be motivated by the love of God to serve God. Это очень важно быть инспирирован или вдохновлен Богом, чтобы служить Ему и служить народу. Sometimes Christians feel burnt out. Иногда христиане чувствуют себя уже как бы уставшими. They will say, it's so hard to follow God. Скажут, так трудно следовать за Богом. Because we have not learned to enjoy God's love. К сожалению, просто из-за того, что мы не научились наслаждаться Божьей любовью. You know, you can enjoy God's love in many, many ways. Знаете, вы можете наслаждаться Божьей любовью разными путями. One important way is to pray to God. Одним из путей это молиться Богу. And to worship God. И поклоняться Ему. And you can experience His love and peace. И ты можешь переживать Его любовь и мир. How many of you have experienced the peace or the love of God when you worship? Сколько из вас переживали Божью любовь и мир, когда вы поклонялись Ему? Can you raise your hand? Можешь поднять рукой. Praise the Lord. Hallelujah. Look around. Praise the Lord and look around. So many people enjoy the presence of God. I'm going to tell you that we can enjoy God's love in many ways. Хочу вам сказать, что мы можем по-разному, разными путями насладиться Божьим присутствием или Божьей любовью. So that we are motivated by God's love all the time. Чтобы мы были мотивированы всегда только Божьей любовью во всякое время. Now let's try this little thing. I'll explain it first before you do it. Давайте сейчас что-то попробуем. Я объясню сначала, потом мы сделаем. You relax your body, close your eyes, and take two deep breaths like this. Хорошо, первое. Вы просто расслабьте свое тело, закрывайте глаза и сделайте два вдох. Два раза. Глубокий вдох. Два раза. Так. Now try now, relax your body. Так, расслабляемся свое тело. Relax your whole person. Расслабь всю свою личность. And take deep breaths. И сделай вот эти вдох. Глубокий. How many of you feel comfort over your body? Please raise your hand. Сколько из вас чувствует Божье утешение, спокойствие? Поднимите руки, пожалуйста. Now keep your hands up and look around. Поднимите руки, а держите ваши руки, держите и посмотрите вокруг. Now why do we experience comfort? Почему мы переживаем это утешение или спокойствие? Because God has created our body to be able to enjoy air. Потому что наш Господь сотворил нас, чтобы мы могли насладиться именно Божьим этим воздухом, который мы дышим. You just relax and you can enjoy air. Вы можете просто расслабиться, и чтобы тела ваши почувствовали этот воздух, или вдыхали этот воздух. You can enjoy water. I'm not,
I'm sorry you cannot enjoy it now. Вы можете тоже наслаждаться водой. Я извиняюсь, конечно, что сейчас не получается совсем вам водой. It feels good. Ох, как хорошо. Точно хорошо. It comes from the creation of God. Это приходит через Бог, потому что Бог нас сотворил. God is a wonderful creator. Бог чудесный творец. In every creation you can see the love of God. В каждом творении можно увидеть эту любовь Божью. Have you seen how animals take care of their children? Вы видели, наверное, сами видели, как животные за своими маленькими ухаживают. The love of these animals came from God. Именно эта любовь у этих животных своим пришла именно от Бога. And we all experience the love of our parents. И мы также по-разному, может, в свое время переживали любовь своих родителей. Parents love us because they were created by God to have love for the children. Родители могли, могут делиться любовью, потому что именно Бог их сотворил такими, чтобы передать любовь. You're trying to take away, you know, a lion cub from a lion. Если попробуете взять вот маленького little lion. Ну, да, вот льва, да, ребенка. Вот попробуйте просто забрать его. You want to try, you know, the lioness there, the baby, you want to take it away? Вы просто представьте, рядом львица, вы хотите ее ребенка забрать у нее. Господь да помилует вас. Nobody would try. Да, никто не попробует такое. Because God has created that love in the animal. Потому что Бог сотворил эту любовь животному. I've seen animal movies. Я видел многие вот документальные фильмы о животных. A lioness lost its cub. Львица очень любит своих ребенок. And it went everywhere. Детей. And then it gave out sound. Оно так ходит и делает такие звуки, которые он сделал. And went for miles to look for the baby. И она может милыми километрами пройти, чтобы найти своих детей. That's God's love in nature. Это Божья любовь в природе. And let me tell you. И позвольте вам сказать. God looks for you like that. Именно таким же образом Бог всегда тоже ищет тебя. God uses different people to bring you to Christ. Бог использует разных людей, чтобы вас приблизить к Богу. God uses different people, right? You remember how many people brought you to Christ? Бог использует разных людей. Помните, когда Бог через разных людей вас привел, позвал вас, чтобы познать Его. God moved these people so that they will come to you and tell you about Jesus. Бог именно прикоснулся к тем людям, чтобы они пришли к вам и говорили вам об Иисусе. Because God cares about you. Потому что Бог заботится о вас. And God cares about all Russians. И поверьте, Бог всегда тоже беспокоится о России. He's looking for all the Russians. Он ищет каждого русского человека. To save them. Чтобы спасти их. I hope you can sense the love of God and enjoy God's love and change by God's love. Я очень надеюсь, что вы будете переживать Божью любовь и быть изменены Божьей любовью. And then you can enjoy God's love every day. Чтобы наслаждаться именно этой Божьей любовью каждый день. In 1998, when I experienced the Holy Spirit, when an evangelist laid hand on me. В 98 году, когда действительно я пришел Божью любовь, когда евангелист возложил на меня руки. When he laid hand on me, I felt power like electricity enter me. Я, когда он возлагал на меня руки, я чувствовал, как электричество прошло по всему моему телу. And I felt the love of God fill my heart very strong. И я просто переживал, как Божья любовь наполнила мое сердце полностью, очень сильно. I was touched to my heart. Я был настолько наполнен, да, именно в сердце. I cried for a long time. Я долгое время плакал. I didn't know that I can experience God's love like that. Я не знал, что я мог вот так именно переживать Божью любовь. I said to God, I want to have a close relationship with you, a much closer relationship. Yes, because Господи, я хочу иметь еще больше близкое отношение с тобою. And I started to spend a long time praying to God every day. Я долго проводил время в молитве. And one day when I cried out to God, и однажды, когда я просто обнял Бога, I said, Oh Lord Jesus. Я говорю, Господи, Иисус. And immediately his power went through me. И сразу же вдруг у
я переживал, почувствовал Его силу. And I said, this is wonderful. I can experience His love right away, His power right away. Это так удивительно, что я мог переживать Его силу сразу же, когда позвал Его. And I tried again. Я попробую еще раз. Lord Jesus. Say, Господь Иисус. And His power went through me again. И опять я переживал эту силу. And later I experienced the joy of the Lord. И после этого я переживал именно радость. And every time when I pray, I think about Jesus, the joy will come out. И даже во молитве я только начинаю именно просто думать об Иисусе, опять эта радость появляется у меня внутри. Just like this. When I think of Jesus, Jesus, and a joy will flow through me. И эта радость наполняет меня. And a power will flow through me. И эта сила течет через меня. I can pray for a long time and just enjoy God's presence. Я могу молиться долгое время, просто наслаждаясь Божьим присутствием. And it's like heaven. И оно прямо как небо. I hope you're hungry for that. Я очень надеюсь, что вы именно этого и жаждете. When you have the strong presence of God, you can bless your people. Когда действительно вы переживаете сильное присутствие Божие, у вас будет побуждение молиться и служить людям. Hallelujah. Hallelujah. And here I talk a little bit about God's love, and then we'll move on. И здесь я сейчас поговорю коротко о Божьей любви, и мы пойдем дальше. Psalm 139, verse 5. Псалом 138. Read it. Да, 138, 5 стих. Написано так. Сзади и впереди ты облемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Here it talks about God is in front of me and behind me. Здесь написано о том, что Господь и сзади и впереди меня. God is surrounding me with His presence. Бог окружает меня, облемлешь. And He laid hand on me. И Он возлагает руку. И благословляет. He's with us all the time. Он с нами всегда. You know, in China, in many countries, there were slaves. В Китае долгое время были рабы. And if the master say to the slave, follow me. И когда раб говорит, хозяин говорит рабу, иди за мной. The slave has to follow the master. Этот раб должен идти. За хозяин. And the master says, do this, and the slave will do it. И когда хозяин говорит, делай то, делай это, он делает. Это раб, это делает. Whatever the masters want the slave to do, the slave will do. Все, что хозяин хочет, чтобы было исполнено, раб исполнял. Let me ask you this question. Позвольте вас спросить. Is God our slave? Является ли Бог нашим рабом? Is God our slave? Является ли Бог нашим рабом? We dare not call God our slave, right? Мы не осмелимся даже Бога назвать своим рабом. But I tell you, God, позвольте сказать вам, God follows us all the time, everywhere. Но Бог идет за нами повсюду, всякое время. He surrounds us all the time. Он нас окружает все время. He blesses us all the time. Он благословляет нас. He is more faithful than a slave. Он вернее любого раба. Because a slave has to sleep. Рабу нужно спать. And sometimes a slave is not happy. How come I will serve the master and the master never serves me? Почему раб может так жаловаться и говорить, почему я вот его служу всякое время, слабо ли хозяину тоже мне служить? But the Lord is always happy to bless us and follow us. Но наш Господь всегда рад нам служить и благословить. Now, does God have to do that? Нужно ли это Богу? God can say, well, I already sent Jesus to die for you. You believe in Jesus, you can go to heaven. Я уже послал Иисуса Христа к вам. Вы можете веровать в Него и уже быть на небе. And I have to rest in heaven. Take your time. If you can come, you'll come. If not, you go to hell. Sorry, come again. God can say, I'll take a rest in heaven. And then if you follow me, you come. If not, you go to hell. Но Бог мог бы сказать, на небе, вот я вас сейчас отдыхаю на небе, ваш выбор, прийти за мной или не прийти. Придете за мной, будете на небе, там где идти. Если нет, точно кажете с ваду. God can take a nap all the time. Бог может просто так расслабиться и отдохнуть.
But God did not choose to do that. Но Бог не этого именно выбрал. God choose to serve us like a slave. Бог сам выбрал нам служить, почти как раб. He follows us all the time. Он за нами всегда следует. Even when we disobey him. Даже когда мы не послушны ему. As Christians, do we sometimes disobey God? Как христиане, послушны мы, не послушны ли мы иногда Господу? Do we sometimes get angry? Бывают времена, когда мы гневаемся. Do we sometimes say, no, I cannot forgive that person? Бывают ли такие моменты, когда ты говоришь, нет, я не могу простить этого человека? And many wives say, no, I can never forgive my husband. И как жены могут сказать, нет, никогда, не буду, не прошу своего мужа. Or the husband said, well, my wife is nagging me all the time, I don't want to hear her. Не прощай своего мужа. Или жена говорит мужу, нет, ты что-то мне достаешь слишком много. We don't want to obey God to love our husband and wife. Нам иногда трудно послушаться Господу, чтобы служить Господу, чтобы послушаться жене своим мужьям. But God still chooses to love us and bless us. Но несмотря на все это, Бог все равно выбирает нас любить и служить нам. Think about how inside our heart God talks to us and tells us not to sin, not to lie, and to come close to Him. Представьте такой момент, когда Бог именно в вас живет, и Он дает вам побуждение не лгать, не врать, ничего плохого делать, а просто иметь близкие отношения с Ним. Have you noticed God's voice to speak to you all the time, telling you what to do and what not to do? Были моменты, когда вы переживали Божий голос или присутствие, которое говорит вам, какие определенные вещи делать. If you have experienced this, please raise your hand. Были такие моменты, поднимите руки, пожалуйста, вы переживаете такой момент, когда Бог вам проговорил. We see that God is always blessing us, talking to us all the time. Переживаем всегда, когда Бог нам говорит и направляет в жизнь. You know, I'll say to God, Lord, I'm not worthy. Я мог и сам после иногда говорить Господу, Господи, я не достоин. Why do you serve me like that? Почему ты мне служишь так? That's why Jesus said to Peter. Поэтому Иисус говорил Петру, if I don't wash your feet, you have nothing to do with me. Если я не помою твои ноги, у тебя не будет части со мной. So every Christian has to be served by God. Поэтому каждому христианину он будет служить, ему будет служить Господь. If you're not served by God, you are not His children. И представь, если Господь не позволит Богу вам служить, вы не будете иметь части с Ним. Think of it. God blesses so many Christians all over the world. Бог благословляет много христиан по всему миру. And also in heaven. И тоже на небе. You might say, well, God said to you in heaven, well, I already served you for a long time. I want to take a rest now. Но вы можете представить, как, может подумать, что Господь скажет, я уже долго время вам служу, давайте я отдохну. But God chooses to continue to bless us with His love and His joy in heaven. Но желание Бога всегда из неба благословить нас и служить нам. God is very diligent. Diligent. Бог очень в этом вопросе, Он прилежно это совершает. He's always very hardworking to love us. Он трудолюбив. Он нравится этим заниматься всегда, служить нам. Do you have a husband or wife like that who always serves you? Есть ли у вас муж или жена, который вот так готов или готова вам служить? Do you have a friend like that who always serves you? Есть ли у тебя друг, который действительно будет настроен так, чтобы служить тебе? There is no one like Jesus. Нет никого, как Иисус. Can we sing together? There is no one like Jesus who serves you. Давайте вместе скажем, нет никто похожий на Иисуса. Никого. No one serves me like Jesus. Никто не может мне служить как Иисус. Никто не может мне служить как Иисус. I don't deserve it. Я не достоин этого. But Jesus continues to bless us. Но Иисус продолжает благословить нас. I hope you're touched by the love of God. Я очень надеюсь, что вы чувствуете это прикосновение. We have such a loving God. Когда ты знаешь, что у тебя такой любящий Бог. Who loves people of every nation. Который любит людей из всех народов.
And he changed people's heart in every nation. И он так и меняет сердца в каждом народе. I pray that tonight God will change your heart tonight. Я молю о том, чтобы Господь изменил ваше сердце. That you will be motivated by His love. Чтобы вы были мотивированы Его любовью. And live in His love all the time. И всегда жили и пребывали в Его любви. You know, there are different ways that we can enjoy God's love. Есть разные пути, как мы можем переживать Божью любовь. First, we can enjoy God in nature. Первый, мы можем переживать и испытать Божью любовь в природе. Every time when you eat a drink. Каждый раз, когда ты кушаешь или пьешь воду, так чудесно. God, you're so good. Бог, как ты благ. When you look at the flowers around you, когда ты видишь цветы, которые вокруг тебя, it's so beautiful. Это красиво. And God put fine flowers around the flowers. You know what are the fine flowers? God put fine flowers around flowers. Do you know what I mean? The fine flowers? Есть такое цветы, которые летают, вот, которые летают над другими цветами. Так? Butterflies. Butterflies are like flying flowers, right? And aren't they beautiful? Некрасиво ли это, что бабочки летают над цветами? Very colorful, right? Очень цветное. When you look at that, you say, "Wow, God, you make когда nature." Когда ты это видишь, Господь, Боже, как ты чудесен в природе. You make nature so beautiful. Ты делаешь природу все красивым. You're so wonderful. Ты чудесен. You're so full of love. Ты полон любви. You know when Christians are full of love. And then they will not serve like a slave. Когда христианин или верующий полон любви, они не любовью, они не будут служить как раб. And they will serve God like a child. Они могут служить Господу как просто ребенок. Very detail. Serving God very happily. То есть с радостью. And enjoying every day. И наслаждаясь этим каждый день. And then. The Bible has told us about God's love. И Библия тоже открывает нам о Божьей любви. In the whole Bible, you can see many places talk about the love of God. По всему Писанию можно найти места, которые говорят нам о том, как Бог нас любит. And also, we can see God's love in Jesus' redemption, His death on the cross. Мы можем видеть Божью любовь в искуплении, которое от Иисуса. In your church. There is a crown of thorn. Have you seen that crown of thorn? Я где-то видел церковь, что здесь определенный есть такой венец из терновый венец. And Jesus put on, you know, the crown of thorn was put on Jesus. Именно представьте, что Иисус поставил именно подобие именно у себя или поставил ему на голове. Jesus dying on the cross show us His love. И то, что Иисус умирая на кресте, это проявление Божьей любви. His great love. Это самое большое выражение Божьей любви. Many Christians say, "Well, I'm not worthy. I'm not doing." Но христиане говорят, я это говорю all the time. Я это говорил раньше. I don't disobey God. And many Christians say, "I don't disobey. I don't obey God all the time." А многие христиане говорят, я часто послушаю Богу. But God will always say, "I will forgive you." Но Бог каждый раз говорит, я все равно прощу. I accept you. Я тебя принимаю. Do you appreciate God's forgiveness? Ты принимаешь ли ты вот это Божье прощение? And then also we can enjoy God's love in close relationship with Him. Мы можем насладиться тоже, наслаждаться Божьей любовью, когда у нас близкие отношения с Ним. If you just spend time, oh Jesus, I love you. Если просто попробуйте просто время выделить для этого, наслаждаться Господом. Аллилуйя. Because I feel the Holy Spirit all the time. Anytime. Я просто переживаю Духа Святого каждый раз. When I open my heart. Когда открываю свое сердце. Hallelujah. And the joy of the Lord will come through. И вот так вот течет Божья радость. And you too can experience the peace and the love of God. Вы можете также таким же образом. All the time. Божий мир и любовь. And you can enjoy God. И можете наслаждаться Господом. Hallelujah. Oh.
можете насладиться Богом. You don't have to live like this. Вам не нужно жить так. In all times, God's blessing can come to you. In all situations, God's love can come to you. Do you enjoy God? When we enjoy the presence of God, then you can spend a long time praying to Him. And He will change your life. Божою любов'ю, ми можемо довше і довше молитися Господу. And then the fifth point is, Последний пункт. You can experience God in ways that He has helped you. Ви можете переживати Божу любов в ті моменти, коли Бог вам помагав. Each person experiences different ways that God has helped us. Ми, кожен чоловік переживав своє время, коли Бог явив свою помощь вам, або коли Бог вам помагав. For three times, I almost had an accident that killed me. Три рази я чуть не попав в аварію, которая могло чуть не убило меня. And one time, the car was right in front of me. В одном случае машина вот лбом, то есть лицо вот ехал в меня. And I said to Jesus, я сказал Иисусу, I don't know, I have to come so soon. Я Иисус, я не знал, что мне уже так пора уже. Jesus, I'm coming now. Иисус, я вот иду. I thought I'm going to die. And I thank God in the last moment that car turned away. It was a miracle. And I remember it all the days of my life. I hope you remember everything God has done in your life. One time I closed the garage door and I put my finger between the latches and then it caught my finger. Я в той момент, когда я закрывал свой гараж, что в двери у меня палец, ну там были определенные дырки, а мой палец попал в одну из дырок и чуть не от ну палец не оторвал. It caught my finger and it hurt for a few months. Оно, ну то есть мой палец туда попал, но оно очень долгое время болело. And I said, if it is a little, it was a little stronger, I would have lost these three fingers. И если бы я успешно уже закрыл бы гараж, я бы потерял три пальца. I thank God I have these three fingers. Я очень благодарен Господу, что у меня эти три пальца остались. I can still play the piano. Я еще могу играть на пианино. I can still play. I can still play tennis. Я могу еще играть в теннис. Have you had accident and then you were saved? У вас были такие моменты аварии в своей жизни, и вы просто переживали Божью руку, которая спасала вас. How many of you experienced great help from God in accident? Сколько из вас переживали помощь от Бога в своей жизни? So many people. Так много. Everyone. Почти все. So remember God's love in those accidents. Поэтому вспоминайте, что Божья любовь проявилась именно в те моменты, когда Он вас спас. Say to God, thank you, Lord. Скажите Господу спасибо. Thank you, Lord, I'm still alive. Спасибо, что я еще живой. Thank you for doing all these great things. Спасибо за то, что ты спас меня из этих дней. You love me so much. Ты так меня любишь. We can all enjoy life. Мы можемо всі насладитися жизнью. We can all enjoy God's love all the time. Ми можемо переживати Божу любов кожен день. And people say, wow, look at those people. They're so happy and joyful. І люди на вас подивляться, що ці люди так радуються. We can be so special in the world when people around us are so tense. And we can be so relaxed and happy and joyful. Ви знаєте, ми як особливі люди, коли в тих моментах, коли люди переживають стрес вокруг, а ви самі в Божому присутстві, просто можете розслаблятися. Now how can you enjoy God's love? Як ти можеш переживати цю любов? You look around for everything that shows God's love. Можете ищіть во все, що окружає вас, ищіть проявлення Божої любви. And you pray to Him all the time. Во всіх моментах, як Він перечисляв, знайти
эти моменты Божьей любви и благодарить Его. And you meditate on the word of God that tells us about the promises of God. Размышляйте над Божьим словом, над Его обещаниями, обетованиями, которые говорят о Его любви. And you'll be touched by the love of God more and more and more. И эти моменты, когда будете размышлять, вы будете переживать Божью любовь каждый еще больше и больше. And you enjoy God and you enjoy your life. И вы будете наслаждаться и Господом, и своей жизнью. Let me ask you, do you want to enjoy God and enjoy life? Позвольте вас спросить, вы хотите наслаждаться уже жизнью и Божьим присутствием? Кто здесь хочет этого? So you start saying, Lord. So we can start to say, Lord. Чтобы мы начали говорить, Господь. Come to me. Приди ко мне. Fill me with your love. Наполни меня своей любовью. Satisfy my soul. Насыти мою жизнь, мою душу. I want to stay in your presence all the time. Я хочу пребывать в твоем присутствии все время. I want to be transformed by you. Я хочу быть преобразован именно тобою. I want to be motivated by your love. Я хочу быть мотивирован твоей любовью. I want to bring love to more people. Я хочу принести и передать лица твоей любовью с большими людьми. When we bring God's love to more people, когда мы приносим Божью любовь, многим передаем, многим другим людям. Then we'll experience God's love more. Они сами будут переживать эту любовь. And you'll enjoy life more. И жизнь точно насладитесь. I have many videos on YouTube. У меня видеоклипы на YouTube. And if you can understand English, look for Pastor Yip, YIP. Если вы понимаете по-английски, найдите Pastor Yip. And my videos have been watched on online over 700,000 times. И эти клипы в YouTube больше 700,000. Да, 700, да. 700,000 уже просмотров. That many people watch these videos and then they were touched and they call me up and say, please help me, please pray for me. Многие люди, вот столько людей уже посмотрели эти клипы и звонят и просят, пожалуйста, помолитесь за меня. Я хочу переживать эту любовь Божью. And I do it for free. И знаете, что я это делаю точно бесплатно. And one person flew from England. И один человек прилетел ко мне из Лондона. She paid a round trip ticket to fly to Hong Kong so that I can pray for her. Она прилетела именно в Гонконг, чтобы я мог за нее молиться. But I prayed for her on the phone first. Но я начал с того, что именно по телефону уже начал за нее молиться. And she started to experience the freedom of God. Она именно точно начала переживать Божью свободу. And I'm happy to bless people. Я мне это радует, что я могу благословить людей. The more I bless people, the more I enjoy God. Представляете, как тем больше я благословляю людей, тем больше я переживаю и наслаждаюсь Божьим присутствием. And you too. И вы тоже. You too. Вы тоже. Tell the person next to you. Скажи соседу твоему, ты. When you are filled with the love of God. Скажи соседу, когда ты наполнен Божьей любовью. You can bless many people. Ты можешь благословить многих людей. Аллилуйя! Аллилуйя! Амен! Аллилуйя! Аллилуйя! The first thing you can bless people is a smile. Самый первый, чем вы можете благословить людей, это улыбка на лице. A smile. Улыбка. Look at the person next to you. Посмотри на соседа. Smile. И скажи, улыбнитесь. Oh, I'm so happy. Oh, yeah, I'm so happy. Is there someone like him? Есть ли кто подобного ему? There is no one. Нет подобного ему. And he loves us so much. И он так нас любит. Now, I'm sad to see so many young women. Я
young woman, and they saw, you know, a charming man, and they thought, this man is charming. Even though he has many girlfriends, I still will love him. Есть переживание у некоторых молодых девушек, что когда видят очаровательного и красивого человека, что они все видят, ой, как, сколько, вот скольким людям он нравится, но он все равно, я все равно его не люблю, несмотря на то, что у него столько девушек. So many people are blind when they look for love of, you know, of people in the world. Люди обычно слепы, когда ищут на эту любовь, этой любви именно среди людей. They don't see that they are being cheated by other people. Они сами не могут видеть, что их они обмануты. And there's someone, God, who is so great, who loves us so much, but people just don't take that, don't want that love. И, к сожалению, немногие вообще ищут именно ту любви, которая именно от Бога исходит. You know, there's a song in Chinese. Yes, there's a poetic. The song goes like this: "Tell me a lie and tell me you love me." I mean, even though you don't love me, just tell me a lie and say you love me. Yeah, даже если ты меня не любишь, ну просто ври мне, скажи, что ты меня любишь. Или солги меня, да? Even a lie would make a person happy, you know. But we have God who loves us so much. Но у нас есть Бог, который нас любит. But so many Christians are lack of love. Но почему-то много христиан, просто много христиан не достает этой любви. Many Christians don't experience or enjoy God's love. Но христиан не переживает эту любовь. I hope you start to do that. I hope you start to do that. Я надеюсь, вы начнете именно переживать Божью любовь. Okay. Let's go to first. Is you have only one life to live. Первое здесь на экране написано, у тебя одна эта жизнь, чтобы жить. Let me ask you, can you go back to the praise and worship earlier, just now? Вы можете вернуться к тому времени, когда здесь стояли корпусовение, поклонялись Господу. Вы можете возвращаться к тому же времени. Can you go back in time? Вы можете возвращаться в время? You cannot. Вы не можете. We cannot live once. Мы можем жить одной этой жизнью. And how you live now is how you will stay in heaven forever. И как вы будете жить сейчас, вот так же будете жить все время. If you live a lazy life, если вы живете жизнью ленивого человека, in heaven your record is he's a lazy person. Там запись на небе говорит о том, что это очень ленивый человек. And one day you regret it, you say, I've done not much for Jesus. И однажды вы пожалеете, что я очень мало делал для Господа. And the Bible says, each person, God has a wonderful plan in our life. И Писание говорит нам, что у Бога есть план для каждого человека. Вы все одного особенный для Него. Each person is very, very important in the sight of God. Каждый из вас очень важен для Господа. In Psalm 139, verses 16 to 17. Псалом 138, 16 и 17 стихи написано: «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было, как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их». All the days of our life, всю нашу жизнь, were written in the book of heaven. Все дни жизни нашей записаны в книге на небе. In heaven, God is a book for you. На небе есть книга для тебя, для тебя. Let me tell you, I know two persons who went to heaven and saw this book of life. Я знаком с двумя людьми, которые были на небе и видели эту книгу, эти книги. I tell you, there are people who pray much and then they go to heaven. Я скажу вам, есть те люди, которые когда молятся, могут переживать посещение в небо, попасть в небо и увидеть откровение Бога. And one person in China, she prayed, waited for God every day for 3 hours.
была одна сестра, которая долгое время молилась и ожидала в состоянии ожидания Господа каждый день 3 часа. And God took her to heaven many times. И Господь через это всегда она посещала небо эти разы, когда она молилась. Every week she goes to heaven about 2 or 3 times. И почти каждую неделю она побывает в небо 2-3 раза в неделю. And in heaven she saw people, dead Christians in heaven. Она там на небе увидели те христиане, которые раньше жили на земле. And these Christians told her things, and then she told their families. И эти христиане, когда туда попадают, эти христиане говорили ей определенные слова, и она принесла это послание этим людям на земле, которые живые. And the family said, "You must have seen them in heaven." Сами эти семьи вот подтверждают, что ты действительно их видел. One man told this woman, a minister, that, "Tell my daughter, I'm very happy with her marriage." Один служитель, который там на небе, сказал этой сестре, скажи моей дочери, что я очень доволен ее браком. So this woman minister went to his daughter and told her, "Your father said he's happy with your marriage." И она, эта сестра пошла к дочери того служителя и сказала ей, отец твой говорит, что он очень доволен твоим браком. And the daughter said, "You must have seen him." Because no one knows about this outside the family. Никто не знает об этом браке, даже из семьи никто не знает. I went to China to videotape 3 families that witnessed this. Я был в Китае, я посетил 3 семьи, чтобы записать эти свидетельства. That she did go to heaven. Которое свидетельствует, что она действительно была на небе. One day, all those who believe in Jesus and have a close relation, have a living relationship with Jesus, will be in heaven. Те люди, у которых есть это отношение с Господом, близкое отношение с Господом на земле, однажды будут на небе. We can go to heaven by grace. Мы можем быть на небе. By grace, we can go to heaven by grace. Мы можем посещать небо благодатью. When we trust in Jesus as our Savior to forgive our sins, полагаемся, надеемся на Господа Иисуса Христа, который прощает наши грехи, and have a living relationship with Him, имеет живое отношение с Ним. Some people think, "I just believe in Jesus and don't follow Him, and then I can go to heaven." Многие думают, что я могу просто познать Иисуса, не следовать за Ним, и все равно попаду на небо. But the Bible says, "Faith without deeds is dead." Но Библия говорит нам, что вера без дел мертва. That if you say you believe in Jesus, если говоришь, ты веришь в Иисуса, but you don't have a living relationship, но у тебя нет живого отношения с Ним, and you don't change your life, и не меняешь свою жизнь, and one day Jesus might say to you, Иисус однажды может сказать тебе, not everyone who says to me, "Lord, Lord," will enter the kingdom. Не все. Кто говорит мне, Господи, Господи, будет там, на небе. Only he who does the will of my Father is in heaven. Только тот, который исполняет волю Отца моего небесного. And on that day, many people will say to me, и многие скажут мне в том дне, I preach in your name. Я проповедовал именем Твоим. I have cast out demons in your name. Я изгонял бесов именем Твоим. I've done miracles in your name. Я совершал чудеса именем Твоим. But Jesus said to him, но Иисус скажет, I never know you. Отойди от меня, никогда не знал. Because they don't have a living relationship. Потому что у них нет живого отношения с Господом. I hope that you all have a living relationship with Jesus. Очень надеюсь, у каждого из вас есть это живое отношение с Господом. We don't go to heaven by doing good. Мы не попадаем в небо тем, что мы делаем добрые дела. We go to heaven by grace through faith. Мы пойдем на небо благодатью через веру. When you trust in Jesus as your Savior, you can go to heaven. Когда ты полагаешь свою жизнь, уверовал в Иисуса как своего спасителя. But you have real faith, then you have a living relationship with Him. И когда через это у тебя вера есть, и через эту веру ты можешь иметь живое отношение с Господом. And when you go to heaven, you'll be very, very happy. И когда ты попадешь в небо, ты воистину будешь очень рад. And here it says that. И здесь написано, our lives is written in the book of life in heaven. Все дни жизни наши написаны в книге. All the days of our life. Все дни жизни наши. And God has a wonderful plan for each person. У Бога есть чудесный план для каждого человека. God will not say,
well, he'll have divorces. He'll be put in jail. Бог там в его книге не написано, ну у него того будет разводы, и у того будет вот такие аварии всей жизни. God will not put things like that. Ничего подобного нет в книге жизни Господа. God put blessings. Бог там всегда пишет благословения. But when people don't obey God, then they will go into trouble. И когда уже не послушны Господу, тогда они привлекают к себе проблемы. One day when you go to heaven, you look at the book of life. И однажды, когда ты будешь на небе, увидишь эту книгу. And you say, I never knew God's plan is so wonderful. Я вообще не знал, что у Бога было столько плана для меня. I never knew that God planned that I can do great things for Him. Я не знал, что у Бога был план, чтобы совершать великие дела для Него. And many people would say, oh, I didn't know and I lost my chance. Ой, жалко, что я пропустил эту возможность. And I hope one day when you look at your life in heaven, then you say, I'm happy that I live this life. Вот мое желание, чтобы вы сказали однажды, когда станете перед Господом, что я очень рад, что я жил этой жизнью на земле. Let me ask you now. Позвольте у вас спросить. If you go to heaven today, когда ты будешь на небе сейчас или сегодня, will you be full of the fruits of the Holy Spirit? Будешь ли ты полным плодом Духа Святого? Or will you go to God empty-handed? Или будешь перед Господом с пустыми руками? You know, in Chinese we have a saying. У нас в Китае есть именно такое поговорка. I have when someone visits a friend and says, I brought a bunch of bananas to you. Сказать кто? Bananas. Я принес к себе короче. Короче, бананы были. My hands are my bananas. Вот они. Мои руки, вот они, эти бананы, куча бананы, которые принес тебе. And then you go to heaven and say, Jesus said, what have you brought me? Иисус, когда попадешь на небо, Иисус скажет, что ты принес мне? You said, two bunches of bananas. Две куча бананы. I hope you will not be saying to Jesus, this is all I brought. Надеюсь, вы так не скажете Иисусу, вот все, что я принес. If you have brought people to Christ in heaven, they will be following you. Yes, if we через тебя пришли люди, люди познали Иисуса Христа, они будут за тобой стоять. And Jesus will say, all these people were brought to heaven by you. А Иисус скажет, вот все эти люди пришли, попали в небо, и здесь на небе благодаря тебе. And you have revived these people's lives. И ты принес пробуждение в жизни этих людей. You have blessed your country for ты me. Ты благословил свою страну для меня. Would you like your life to be like that? Не хотите ли вы, чтобы было такое именно, чтобы Иисус сказал такое о вас? Do you believe you can do that? Веришь ли ты, что ты можешь это делать в своей стране? You know, we can all do great things. Мы все можем совершать великие дела. But people say, I have no talents. Но надо люди говорить, да я без, то есть у меня нет талантов. I have no spiritual gifts. У меня нет духовных даров. I cannot do it. Я не могу это делать. But I tell you, it's not about you. Поверьте, когда я скажу вам, это не о вас, дело не в вас. It's about God. Это о Боге, то, что Бог может делать. He can do great things through people who, you know, who are disabled. Бог может делать много через людей, которые инвалиды. Have you heard of people who are disabled? Вы слышали о людях, которые, инвалиды? There's a famous man, I forgot the name. Помните, вот без рук и без ног. But, no feet and no arms. Nick. I mean, nobody would imagine that he can change the world like that. Никто, никому не пришло в голову, что он может так повлиять на весь мир, именно в таком состоянии. Now, he can do it. Can you do it? Now, если он мог это сделать без рук и ног, неужели ты не можешь это делать? So all the days that were written for me already were written in heaven. How precious to me are your thoughts? Как возвышены твои помышления обо мне? How vast is the sum of them? И как многочисленны они? So there, God has so many wonderful thoughts for us. Как велико число их. Поэтому Бога много планов для нас.
If you think about your life, can you remember the many times that God worked in your life and changed you? Именно вы можете вспоминать те временные моменты в своей жизни, когда Бог повлиял на вашу жизнь, чтобы изменить тебя, изменить твой характер. Can you remember all the things God has done for you? Можете вспоминать те моменты, когда Бог вас посетил в своей жизни. I remember all the good things God has done for you. Я вспоминаю те добрые, благие моменты в моей жизни. When I think of God, когда вспоминаю о Господе, I'm always happy. Я всегда счастлив. Я очень влюбляюсь в Господа. Oh, Jesus. Oh, Jesus. You're so wonderful. Ты чудесный. Oh, Jesus. So wonderful. Ты чудесный. So wonderful. Ты чудесный. Oh, Jesus. Oh, Jesus. When I think of Jesus, когда я вспоминаю об Иисусе, I'm filled with love. Я наполнен просто Божьей любовью. I'm filled with satisfaction. Я наполнен именно насыщением. Can you start to do that? Вы можете начать это делать. And think of God's plan in your life. Вспомнить, думать о Божьем плане в вашей жизни. If this is your life, if this represents your life, если это символизирует вашу жизнь, Satan wants to trample on your life. Сатана хочет наступать на вашу жизнь. And make you feel that you are nobody. И заставить вас думать или чувствовать, что вы никто. Many Christians are tied up by Satan. Многие христиане именно так привязаны, связаны с дьяволом. And they say, I go to church every week. Они говорят, что я хожу в неделю, хожу в церковь. And they're happy that way. Им так вообще и нормально, и хорошо. And they think they have the best of two worlds. Что это самое лучшее двух миров. They said, I have heaven and I have money in the world. И у меня деньги здесь на земле. But I tell you, when you follow God, God will bless you in every way. Позвольте сказать вам, что когда вы следуете за Богом, Господь благословит вас во всем. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Написано, ищите прежде Царство Божие, правды Его, и все это приложится вам. You know, I tell you, I grew up in a family that has no money. В котором не было денег. When I was young, I ate rice that has mold on it. Mold, you know, like, you know, that it's rotten. The rice is rotten. В детстве мы даже ели не просто рис, который готовит мама, но даже рис, который уже испорчен. And sometimes when I eat the rice has soya sauce, just soya sauce, no meat, no rum, no fish, no vegetable. Просто соус. I grew up in a family like that. Я в такой семье я рос. Because my father gambled all the time. Ваша мать отец всегда это. But God has a wonderful plan in my life. Но у Бога был хороший план для моей жизни. Even though I grew up in a poor family. Хотя я рос в такой бедной семье. God gave me everything. Бог дал мне все. I have one bachelor degree in Bible college. У меня есть бакалавр именно в колледже библейском. And I have two master's degrees in seminary. И в семинаре у меня уже две магистры. And I learned many things and God gave me wisdom. И я очень многому научил, и Господь дал мне мудрость. And I carry the power of God to bless people. И я несу в себе Божью силу, чтобы благословлять людей. The more I want to bless people, the more anointing I have. Чем больше я желаю благословить людей, чем больше это помазание увеличивается. You know, that's God's plan for your life. Поверьте, у Бога есть план для вашей жизни. Tell the person next to you. Скажи соседу твоему. That's how wonderful God's plan is for your life. Вы не представляете, как чудесный Божий план для вашей жизни. Вы не представляете, насколько чудесный Божий план для вашей жизни. Don't believe Satan's lies. Не верите
лжи сатаны. Сатаны. Romans 12:1-2. Послание к Римлянам, 12 глава, с 1 стиха написано. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Господь Божий, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодную Господу Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Now here it talks about how you can discern the perfect plan of God. Здесь написано о том, как вы можете различать именно Божий совершенный план для вашей жизни. Even though God has a perfect plan for you, not everyone will enter that plan. Несмотря на то, что у Бога для вас есть совершенный план для вас лично, не факт, что все войдут в этот план ваш. Not because God did not plan for you, it's because we failed God's plan. И многие не входят в полноте в исполнение этого плана не потому, что Бог против вас, но просто в некоторые моменты вы не были послушны Божьему плану. Now here it talks about what to do. Здесь написано о том, что вам нужно делать. In order to discern God's will. Чтобы различать или познать Божью волю. First is to offer your bodies as a living sacrifice. Первое – это представить ваши тела жертву живую. Offer your body and say, Lord Jesus, this is your body. Use my life. Вот моя жизнь. I am yours. Я твой. My life is yours. Моя жизнь твоя. Don't think that when you offer yourself to God, you lose everything. Никогда не думайте, что когда вы представляете ваши тела Господу или даете Господу все, что вы тогда все потеряете. You receive a hundredfold in this life. Вы получите в эту жизнь по 100 крат. So when you offer yourself and then do not conform to the pattern of this world. И вот первое, значит это представь свои тела в жертву живую. И второе, это не сообразуйтесь с этим веком или с этим миром, но преобразуйтесь обновлением ума. Do not follow the pride of people. Не следуйтесь за гордостью людей. Thinking that having money is everything. Чтобы они думали, что когда у тебя много денег, тогда у тебя все. Some people think that when they have money, they have everything. Многие думают, что когда у них есть деньги, значит у них есть все, что нужно. But when you have Jesus, you have everything. Но поверьте, когда у вас есть Иисус, у вас все. God will bless you with everything. Бог благословит вас все. And be transformed by the renewing of your mind. И то есть не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума. That your mind is transformed by God. Ваш разум обновляется, преобразовывается. To see that God is so wonderful. Чтобы увидеть, как Бог Господь. To see God's blessings. Чтобы увидеть Божьи благословения. And see what spiritual gifts you can have. И увидеть те духовные дары, которые Бог может вам дать. And see how you can bless people. И увидеть, как ты можешь быть благословением для людей. And then you can start to discern God's perfect plan. И следом ты можешь уже различать или познать, что есть Божий план или Божью волю для вашей жизни. Since 1998, when I experienced the full infilling of the Holy Spirit. С 98 года, когда я получил исполнение Святого Духа, I start to see how God worked in my life. Я начал видеть, как Бог действовал в моей жизни. And I received many great teachings. Я получил многие вот это учение. And I want to share with people. So this week I will do some training here. I will let you know how you can serve God more. And one thing I'm going to share right now is about how you can pray for people to lead people to Christ. И сейчас я буду именно показать вам, как вам можно молиться за людей, чтобы привести их ко Христу. After I experience the Holy Spirit, when I pray for people, when I lay hand on them, когда просто как я принял Иисуса Христа, был исполнен Святого Духа, когда я служу людям, возлагаю на них руки, I start to notice that people experience the power of God. Я начал замечал, что люди начали переживать Божье присутствие. Sometimes I felt power when I touched the person. Иногда я сам просто переживал, как эта сила передалась. Sometimes I see big men like him, you know, big men like him. Видите, seldom cry. Которые полны гордости.
But I've seen big men like him cry. Я увидел большие люди, как подобие, ну я его, как они плачут. The tender love of God can come. Когда они переживают вот эту Божью любовь, to make big men like him to cry. Чтобы заставить таких больших людей, как он. And I see people with cancer healed. One time I prayed for a woman who had breast cancer. And she said that she had pain for over a month, and the doctor diagnosed her to have cancer, to have breast cancer. Она говорила, что я уже месяц молюсь именно после того, как мне поставили этот диагноз врачом. And she came to me, and I prayed for her. And she was very free when she prayed. And then, during the prayer, she was filled with the joy of the Lord. And then she says she felt something pressing on her breast. И она в тот момент почувствовала, что кто-то прикоснулся к ее груди. She thought a sister was laying hand on her breast. Она думала, что одна из сестер там возлагала на нее руки. But she looked, there was no one. Но она посмотрела, никого нет рук. And she felt the power pushing on her, and then she felt some dark power leave her body. И она почувствовала, как определенная сила давила именно в это то место, и увидела, как определенная темная сила вообще вышла из ее груди. And then she started to be filled with the joy of the Lord. И она просто продолжала наполняться радостью Господней. I put that on the internet too. И это есть тоже в интернете. And then she noticed the pain went away. И она сразу почувствовала, что боль ушла. And she went back to the doctor. И она вернулась опять к врачу. The doctor said she has no cancer. И врач подтвердил, что у нее нет рака. God can do great things like that through you. Поверьте, Бог может такие дела и совершать через вас. Аминь. Yes, I have many stories. У меня много историй. I've seen people who were suffering in the chemotherapy when they have cancer. Я многих людей встретил, которые переживали боль, невыносимые боли, когда они проходили химиотерапию. You know, chemotherapy is painful. Поверьте, эта процедура, она очень болезненная. And he said it was painful. И она рассказывала, что была очень больно. And I prayed for him. За него. Значит, я молился за него. And he said, I felt comfort. В тот момент я почувствовал определенное спокойствие. The pain went away. И боль ушла. And he went home. И вернулся домой. He prayed in Jesus' name again. И он молился во имя Иисуса Христа. The comfort came again. И это спокойствие опять вернулось. And he told his daughters. И он сказал своим дочерям. Jesus really is powerful. Что Иисус Христос воистину сильный. A pastor prayed for me in a hospital, and I felt comfort. Все пастор помолился за меня там, в больнице, я почувствовал спокойствие. And then I came home and I prayed in Jesus' name and I felt comfort too. И когда сейчас я вернулся домой и говорю этим именем еще раз, именем Иисуса, я чувствую это спокойствие опять. So Jesus is really real. И поэтому Иисус это реальность. You can have the anointing of the Holy Spirit. Вы можете иметь помазание Святого Духа. Tell the person next to you, you can have the anointing of the Holy Spirit. When you have a close relationship with God, you can have the anointing of the Holy Spirit. Now, right now I'm going to demonstrate. I want to ask, maybe not likely to happen. Is there any non-Christian here? Yes, человек, который может не первый раз пришел нас на это собрание. Is there any non-Christian? Который еще не принял Иисуса Христа в свою жизнь. I'm going to demonstrate that how to pray for a non-Christian to bring the Christ. Я хочу продемонстрировать, как молиться за человека, который первый раз может пришел, который еще не познал Иисуса Христа. Есть такой человек, который еще не принял Иисуса в свою жизнь. Пожалуйста, дайте себя знать, увидеть. Okay, now, even if there's no non-Christian here, is there anyone, person here, one or two person here, who hungers
for the presence of God, and I demonstrate this method of evangelism. You can come forward, one or two. Yes, yes, два человека, которые вот горят желанием, жаждут познать Господа и жаждут делиться любовью Божьей с людьми. Если есть такие люди, подойдите сюда. Come forward. Сюда идите. Вот, one or two, one or two. Вот, two persons fine. Two persons. Хорошо. Спасибо. Oh, two is enough. Два человека хватит. Два человека. Сюда идите. I'm going to demonstrate. Я буду демонстрировать. And I'm going to tell you how I do it. И вам покажу, как я это делаю. And in these few days, I'll do more training on the anointing of the Holy Spirit. И эти последующие дни, я буду показать именно помазание Святого Духа, как служить этому. To show you how to have the anointing of the Holy Spirit. Чтобы вы испытывали всегда помазание Святого Духа. Actually, after I pray for them, I will also pray for you too. I will also tell you how to do it. И после как это продемонстрирую, я еще за вас тоже буду молиться. Can a man hold the mic for me? Может ли кто-то поддержать этот микрофон для него? Can a man? Мужчина, вот, да, братья. Now you stand. Значит, вы стоите, И вы стоите здесь, да? It's fine. Вы можете за ними стоять, правильно? Now what I do? Обычно что я делаю? Это подойдите ближе. I just reach out my heart to God. Я прямо из глубины сердца. Простираюсь к Богу. Я говорю, Иисус. И вместе давайте. Просто Аллилуйя. В глубине сердца просто вызывайте Божье присутствие. Закрывайте глаза, закрывайте глаза. И просто... И вместе, давайте все вместе, просто своем сердце. Давайте все встанем, пожалуйста, сейчас, давайте все встанем. И просто вместе, давай побьем, возопьем у Господа, у своего сердца, с глубины сердца. Let me show you how. It's like your heart flow out to God. Это просто как будто твое сердце просто течет к Богу. Let your heart flow to God with thanksgiving. Пусть твое сердце течет благодарностью Господу. It's like you're very happy with Jesus. Ты просто радуешься Господа. Oh, Jesus, I'm so happy to have you. Иисус, я так рад, что ты есть в моей жизни. I'm so happy to have you. Я очень рад, что ты в моей жизни. You're so wonderful. Ты все чудесный. And then you can, you know, prolong the vow and say like this. И просто вот так призывать Господа. So let your heart flow out to God. Пусть твое сердце течет к Господу. Alleluia. Alleluia. Thank you, Jesus. Спасибо. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Alleluia. Alleluia.
Вы знаете, радость, когда за них молятся, что они переживали Божье присутствие. But the most important thing is that you learn how to reach out to God. Самое главное, что вам нужно научиться, как простираться самим к Господу. So that every time when you pray, you can experience it. Чтобы каждый, когда вы молитесь, вы можете сами переживать это Божье присутствие. And you can carry the power of God to bless people. И вы можете нести Божью силу, чтобы благословить людей. Я простираю сердце в Господь. Every day. Каждый день. Oh. I just reach out my heart to God, and you can all do that. Сердцем простираюсь к Господу. That is worshiping in spirit and in truth. Оно и это, оно и worship есть. Поклонение, поклоняться Господу в духе и истине. В духе и истине. Okay. I'd like you to share. Я хочу, чтобы вы поделились. Я хочу, чтобы вы поделились. Поделитесь сейчас, что вы переживали сейчас, что вы испытали. Ну, вот так легко, так тело. Как-то полететь хочешь, вот куда-то вот, когда все, ты вот сейчас вот так ляжешь, на воду и попутаешь. On the beach, I feel just fine, I'm relaxed. And almost like a bird flying. То ли полететь, то ли на воду лечь, что ли. I had to fly, or just relax. Very light, I feel that light. Now, how would it change your life? Как вы думаете, как может это изменить вашу жизнь? When you experience God like that, how would it change your life? Как, когда вы переживаете это в своей жизни, как это может изменить вас? How would you respond to God? Как вы откликнетесь к Господу, когда Он это совершает, вот это в вашей жизни? Ну, благодарность. Say, I'll be thankful. You say, I'll be in a excitement. I hope you really find the perfect plan of God. You say, очень надеюсь, что вы найдете и план Божий для вашей жизни через это тоже. Are you willing to follow God's perfect plan? Вы готовы следовать за Божьим совершенным планом? Аминь. Да-да. За Божьим. Спасибо. Ну, я вообще-то переживаю такую любовь уже какое-то время. У меня есть эти отношения с Богом. I have this relationship with God. Я даже ощущала это, когда переливается любовь к другому человеку. Да, и это такое счастье, когда ты можешь дарить, и ты реально понимаешь, что это не твоя любовь, что это любовь Бога, что это не ты. Это не ты, это Господь. Это просто не ты. It's actually you just know that it's not you yourself actually producing it, it's the Lord that's doing this work inside of you. Потому что сам ты ничего не сможешь. Because by yourself actually you cannot produce it. И просто нужно очень сильно любить Бога. Очень сильно. Really вот так, как говорил пастор, что Бог, Он действительно один так умеет любить. Не может быть один человек, который любит. И нужно так же отдавать Ему сердце, как Он тебе отдает ее. Точно так же. Are you willing to follow God's plan? Вы готовы следовать за Божьим планом? Да, я очень хочу это. Very much. I very much want to. You actually carry the power of God on you already. Вы уже несете в себе это Сына Божия. Аминь. Я верю. Now I hope you all say that yes. Надеюсь, что вы все скажете тоже да. It's not just for an experience. Это не просто так, чтобы такое переживание. When you pray much, you can carry the power of God. Когда вы так и будете молиться, to bless people. Вы можете нести Божье присутствие, чтобы благословить людей. And to bring revival to this country. Чтобы принести пробуждение этой стране. Do you want that to happen? Вы хотите, чтобы это произошло? You want Jesus to say to you, you are good and faithful servant. Вы хотите услышать от Иисуса, чтобы Он сказал вам, добрый и верный раб. Аминь.
I know some people just want the experience. Я знаю, что многим просто они хотят просто это переживать, испытать. When you go to heaven one day, Jesus said, "What have you done for me?" Но и когда мы пойдем на небо, Иисус однажды скажет, что ты сделал для меня. You said, "I have experienced the Holy Spirit." Вы ему скажете, я переживал Духа Святого. Jesus said, "That's not what you do. This is something I did for you." Иисус скажет, это не то, что ты сделал, это я делал для тебя. But what have you done after you experienced the Holy Spirit? Но что ты сделал после того, как ты переживал Духа Святого? So I ask you now, how many of you? I'm willing to say, Lord Jesus, my life is yours. Raise your hand to God. Есть ли такие люди, которые могут сказать, что Иисус, моя жизнь принадлежит тебе? Поднимите руку, если есть такие люди, которые могут свидетельствовать перед небом и сказать, что моя жизнь принадлежит Иисусу Христу. The main thing is that you're willing to obey God. Главное, что вы готовы быть послушным Богу. To have a close relationship with Him. Чтобы иметь близкие отношения с Ним. To trust in Him all the time. Чтобы уповать на Него все время. And to be willing to serve God. И быть готовым служить Ему все время. You have to pay a price. Вам придется заплатить цену. But you get it 100 times back. Но поверьте, вы получите во сто раз больше world, в этой жизни, and many times more in heaven. И еще вас больше раз там на небе. And you never regret it. И вы никогда не пожалеете этого. Are you willing to live like that from вы now on? Готовы именно жить такой жизнью? If you are willing, raise up two hands. Если вы готовы, поднимите все руки сейчас. Lord Jesus, и скажите, Иисус, I'm willing. Я готов. Please use my life. Пожалуйста, употреби меня. I need you. Я нуждаюсь в тебе. I'm willing to have a close relationship with you. Я хочу иметь близкое отношение с тобой. I'm willing to put down my sins. Я готов отказаться от своих грехов. I'm willing to put down my negative thinkings. Я готов отказаться от негативных помышлений. I'm willing to put down my negative emotions. Я готов отказаться от своих негативных эмоций. I'm willing to have a close relationship with God. Я готов сегодня иметь отношение с Господом. Иисус, я нуждаюсь в тебе. Cry to Jesus. Давайте попьем Господу. Давайте послушаем. И заметьте, когда вы открываете свои сердца Господу, some of you may feel the body swaying. Вы можете почувствовать, как будто тело просто как будто передвигается. Have you noticed your body swaying? Now stand. Do not put your hand on a chair. Не надо положить свою руку на стул. Станьте свободны сейчас. Relax. И когда вы это время можете почувствовать, как ваше тело передвигается просто. Now you might say, is there support in the Bible? Вы можете сказать, есть ли такое вообще в Писании? When John saw Jesus in Revelation 1:17, Иоанн увидел Господа в Откровении, he fell to the ground. Он упал на пол. And when Saul saw Jesus, когда даже Савл тогда увидел Иисуса, he also fell to the ground. Сам тоже упал. And when the soldiers tried to arrest Jesus, и когда солдаты, стражи хотели захватить Иисуса, and then Jesus said, "I am." И он сказал, "Я есть." And the soldiers fell down. И они, солдаты, тоже упали. So in the presence of God, поэтому знаете, что Божье присутствие, when the power is strong, когда Божье присутствие, some people might fall down. Наполняет это место. So you can могут упасть. And stand in front of a wall. Многие, я вам советую, когда and don't упасть, touch the wall. Не прикасайся к стене. Встаньте близко к стене. When you relax, когда вы расслабляетесь. And you pray, и молитесь. You might feel the swaying of the body. Вы можете переживать это. And you feel peace coming upon you. Это мир Божий, и как будто ваше тело просто придвигается. And you do that every day for a long time. И старайтесь это практиковать каждый день. Follow from your heart. Пусть это на своих сердцах потечет.
И в тот момент, когда открывается свое сердце, вы можете переживать, испытать этот мир Божий и спокойствие. Or power or joy. И сила радости, которая наполняет. And you do that every day. И когда вы это делаете каждый день. And that joy can flow out through you. Эта радость может потечь и лететь через вас. And you'll be filled with the power of God. И вы можете переживать силу Божью. And the main thing is, after you pray for a long time like that, и главное важное, что когда вы долгое время вот так молитесь, and take care of your sins in your life, take care of sins in your life, и вы разбираетесь с теми грехами в вашей жизни, you can start to lay hands on people. Вы можете начать воздвигать руки на людей. When people have need, когда видите людей с нуждами, when people are sick, когда люди больны, when they're depressed, когда депрессии. Or when they have no problem, и когда даже может быть у них нет проблем, you say Jesus can come to bless you. Мы просто им сказать, что Иисус может тебе благословить. Is it okay for me to lay hand on you? Is it okay for me to lay hand on you? И можете спросить, хорошо, или вы позволите на вас возлагать руки? And if they're willing, and you pray for them, если они согласны, вы на них возлагаете руки. After you pray, you can say, когда вы после вы молились за них. Please keep your eyes closed. Попросите, чтобы они закрыли свои глаза. Have you experienced anything during the prayer? И спросите, переживали ли что-то, когда вы молились? If the person said yes, когда человек скажет да, then you say, когда скажете, that's what the Bible said. Это то, о чем говорит Библия. You experience peace. Что вы будете испытать мир. You experience comfort. Спокойствие. You experience joy. Радость. And power. И сила. God comes to you so real. Бог реально приходит к вам. Do you want God continue to bless you? Хотите, чтобы Бог продолжал вас благословлять? If the person is willing, если человек согласен, then you can bring the person to Christ. И тогда вы можете привести его к познанию Иисуса. In these few days, I will do this training of evangelism. In these few days, I will do this training of evangelism. В течение этих дней я буду именно это показывать вам, как это делать. The idea is to pray for people to experience the power of God. Самая главная идея заключается в том, чтобы вы молились за людей, чтобы они переживали Иисуса. And afterwards, ask them, have they experienced anything? И после этого можете у них спросить, если они что-то испытали, переживали. And if they have experienced the presence of God. Если они говорят да. And you say, do you want God to continue bless you? Вы хотите, чтобы Бог продолжал вас благословлять? And then you lead them to Christ. И тогда вы приводите их по принятию Иисуса. Do you think you can do that? Как вы думаете, возможно ли это? If one of you take one person to Christ, this church will be doubled. Поверьте, если по одному человеку будете так служить каждому человеку, церковь удвоится. Do you want to do it? Вы хотите это делать? Let me tell you, the power of the Holy Spirit will come upon you. Поверьте, что сила Духа Святого сойдет на вас. The power comes from God. Сила приходит от Господа. It's not from you. Оно не для вас. So don't say, I cannot do it. Не говорите, что вы не можете это делать. Сила Божья может. God can do it. Бог может это делать. The most important thing is, you say, Lord, I'm willing. Самое главное с вашей стороны, когда вы говорите, Господь, я готов. I'm willing. Я готов. Now for those who like me to, well, first I would say, you like to dedicate your life to God. You come forward here. Я хочу призвать тех людей, которые хотят именно и посвятить свою жизнь Господу. Those who are willing to dedicate your life to God and say, Lord Jesus, I'm willing. To start to have a close relationship with God. Yes, те, которые хотят посвятить свою жизнь Господу и готовы, чтобы Бог наполнил вас и через вас служил людям. I'm willing to serve God more. И вы говорите, что я готов служить Господу больше. I'm willing to care about the people around me. Я готов заботиться о людях, которые окружают меня. I'm willing to pray for them. Я готов молиться за них. And lead them to Christ. И привести их ко Христу.